В Казанском федеральном университете состоится 4-я молодежная школа Space Science. Школа конференции соберет школьников, студентов, аспирантов, а также учителей астрономии из России и стран СНГ. Участникам школы прочитают лекции известные ученые и специалисты в области астрономии и космических исследований. Предметом обсуждения станет возвращение астрономии в школьную программу с 1 сентября 2017 года. Мы пообщались с одним из организаторов мероприятия Алмазом Галиевым. Тематика школы в основном посвящена современным исследованиям в области астрономии. Я думаю, что в основном это будет касаться исследований звезд, галактик, изучения нашей Вселенной. Вот эти темы в основном будут рассматриваться. Приедут достаточно известные крупные ученые, тоже из Москвы, из специальной астрономической обсерватории наши коллеги будут. Также из Петербурга, ну и, естественно, наши казанские астрономы тоже выступят с докладами, расскажут о основных успехах нашего университета, какие у нас есть достижения. Тематика молодежной школы посвящена космическим исследованиям Луны и планет, развитию космических технологий в современной астрономии, а также образовательной деятельности ведущих планетариев России. Аурелия Сташкова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.